Более сотни борцов смешанных стилей приехали в Самару разобраться, кто в Поволжье чемпион. Мужчины выясняли отношения в 8 весовых категориях, девушки в одной абсолютной. Самарские спортсмены были основными фаворитами на турнире. Как показал наш чемпионат мира, который прошел в 2014 году, мы привезли 3 золотых медали. Достаточно, в принципе, мы конкурентоспособны на сегодняшний момент. В грэпплинг приходят из разных видов единоборств, но большего успеха достигают все-таки борцы, потому что ударная техника в грэпплинге запрещена. Кирилл Фингарет предпочитает бороться в партере, козырь бронзового призера первенства мира, болевые и удушающие приемы. Кирилл легко побеждает сверстников среди юниоров, поэтому уже с 16 лет выходит на ковер против мужчин. Что нужно для победы? Это упорство, труд и тренировки. Чемпионы и серебряные призеры Поволжья по грэпплингу продолжат борьбу уже на чемпионате страны в конце марта в Москве. Среди счастливчиков есть и самарские спортсмены. По итогам национального первенства сборную ждут в Турции на чемпионате мира. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.